Добрый вечер. Город Ферманторск вообще, в принципе, первый раз на таком мероприятии, на хакатоне. Очень приятно, что мы получили возможность поучаствовать, подобрать для себя инновационные новые идеи. Очень приятно, что это идеи молодежи, как раз идеи тех, кому предстоит строить нашу страну, в частности, город Краматорск. Очень интересно, очень забавно было и полезно для нас получить информацию, причем пообщаться с представителями команды, которая победила в этом конкурсе для разработки проекта по городу Краматорску. Поэтому надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем успехов, спасибо.